Здравствуйте, товарищи. Значит, сегодня мы рассмотрим дальнейшее движение, количество. Куда двигается количество? Куда и как двигается количество? Какие тут есть желающие? Идеи. Значит, надо сказать, что Гегель даже сам, когда речь идет о мере, он говорит, что это один из самых трудных переходов. Вот, потому что это вещи непривычные. Вот, но мы должны опереться на уже накопленный нами в работе кружка опыт. Скажем, если я поставлю такой вопрос. А вот количество задерживает себе качество? Конечно. Какие-то другие есть мнения есть? Павел Борисович, вы как считаете? Павел Борисович сурово смотрит, он думает, сейчас скажешь, а потом будет наоборот. Я сейчас скажу, в снятом виде. Да, вот это необходимое дополнение. То есть вывод можно сделать очень легко, учитывая, что каждая следующая категория, и в этом смысле количество никак не является исключением. То есть, если она более богатая, если она вышла из предыдущей, то она не просто вышла из нее, она ее содержит в снятом виде. Ну вот раз она содержит в снятом виде, то в количестве есть качество. А раз в количестве есть качество, значит в количестве есть отрицание количества. Так? Или не так? Ну качество это же не количество. Как вы считаете, Валерий Александрович? Количество. Не количество. Значит, отрицание количества. А если это отрицание количества, то значит это отрицание. Ну а раз в количестве есть отрицание, а отрицание есть что? А почему за количество-то, за качество вы хватились? Мы и так знаем, что в количестве есть отрицание. Какая новость? Почему без качества? В любой конкретной категории есть отрицание. Какая разница, что вы знаете? Ну, сейчас вот я задаю некоторые вопросы. Они у вас вызывают какие-то протесты? Да, вызывают. Непонятно, почему вы начали непонятно. Качество. Если бы я могу вам предоставить слово, тогда я буду говорить, что мне непонятно. А если сказать, я говорю, то вам непонятно. Ну, на чем? То есть... У нас речь идет о переходе, дальнейшем движении количества. А как оно может? Как может пойти, чтобы пойти вперед, что нужно? Ну, через отрицание, это понятно. Нет, не через отрицание. Чтобы пойти вперед, надо обратиться назад. Так? Ну как, вот вы хотите от чего-то, что вы первый раз увидели, первый раз услышали, вы про количество много о кружке узнали или высказали про количество? Ничего. Практически. То есть вот количество, все, что мы знаем вначале про количество, это то, из чего оно возникло. Раз ничего, из чего оно возникло, то, естественно, мы останавливаемся на том, на чем можем остановиться, так сказать, с полной верностью, что оно снятое качество. А раз оно снятое качество, то оно отрицание качества, потому что снятие – это отрицание содержания. Правильно? А раз оно отрицание качества, значит, качество – это отрицание количества. Поэтому то, о чем я... Но у нас предметом рассмотрения что является сейчас? Количество. А? Количество. А вот то, что является предметом рассмотрения, это что? Сущее. То есть непосредственное бытие. Да. Ну вот. Значит, вот. Но это другой вопрос. Значит, у нас есть некое непосредственное бытие, как количество. Количество, как некоторое непосредственное бытие выступает. Правильно? И в нем есть его отрицание. Так? То есть небытие. Следовательно, наше количество является уже не просто количеством, а определенным количеством. Вот я и ответил на ваш вопрос. Зачем это все делается? Зачем вы сюда повели? Определенное количество. Вот вы откроете теперь наукологи и увидите, что первая категория, которая идет в начале, как только вы начали рассматривать количество, это определенное количество. Тут все ясно, или это надо еще раз повторить нам? Определенность это количество, что является?
определенное все количество является то качество, которое есть в нем. А то качество, которое есть в нем, и вы ответили, что оно есть. И Павел Борисович, тот критически подумав, вы-то сразу ответили, а потом сразу ужаснулись. Этому выводу. Павел Борисович сначала подумал, поэтому потом не ужаснулся. То есть мы получили определенное количество. Вот мы получили определенное количество. И в нем есть его, и это определенность его может быть взята как качество, правильно? Она и есть качество. Раз качество есть в нем. Раз она есть в нем, она его качество. А раз определенное количество имеет моментом качество, да, то есть два качества. Количество само выступает как качество. То есть количество, в котором есть качество, выступает как качество, и то качество, которое есть в количестве, тоже выступает как качество. Есть два качества. В количестве есть два качества, и они соотносятся друг с другом как моменты. Вот еще раз, почему количество есть, само есть качество, что-то как-то вот не учитывается. А потому что оно отрицает качество. Оно есть иное по отношению. Оно есть качество по отношению к качеству или что? Оно есть иное по отношению к качеству. Количество. А? Количество. Качество, которое есть в нем. Ну, оно есть иное по отношению к качеству. Ну что иное? А где, как из иного качества получится? Такое иное качество, это тоже качество. Нечто. Два нечто у нас тут. То есть мы можем и другое тут, следовательно, заметить, что мы думали, что мы навсегда прошли изменяющееся нечто, нечто иное, границу. Но мы это все здесь возвращаем. Во-первых, граница все время присутствовала как безразличная граница, да? Присутствовала все время в определении количества. Вот. То есть незримо присутствовала эта самая граница, которая вообще-то определяется как граница двух нечто. А теперь, ну, таким каким-то особым образом, но появились уже и два, собственно говоря, качества. Ну а эти два качества, вы скажете, что вы можете их рассматривать как два качества, а можете рассматривать как два количества. А еще лучше, имея в виду, что каждый из них находится в соотношении с другим, как два таких соотношения, качество и количество. Вот два таких, вот вообще соотношение качества и количества называется мерой. Или, можно сказать, количественная определенность качества называется мерой. То есть, раз она... А качественная определенность количества? А качественная определенность количества называется качеством. Все-таки мера, это все-таки мы сейчас где рассматриваем? Количество. Количество, вот, а качественное. То есть, такое количество, которое, так сказать, имеет уже качественную границу. А что значит имеет качественную границу? Изменением которого, который изменяется, и качество, а не только количество. То есть мы возвращаемся тем самым как бы к тому же самому нечто, которое имеется. Только про нечто раньше мы никакого количества не говорили, а теперь у нас нечто с количеством, которое может изменяться, и следовательно изменяется качество этого нечто. И совершается. И тот самый переход через границу, который был качественным переходом, когда было нечто иное, да, он стал еще и количественным переходом. То есть как только вы переходите известное количество, и вы переходите в иное. То есть тут, вот я хочу ответить на ваш вопрос, зачем это вот, вы завели это все? Этот разговор. Зачем я вел этот разговор, чтобы... Вот, моя задача в том, чтобы мне не испугались этой совершенно новой темы.
Потому что это совершенно новая тема, как всегда звучит, как известно, усложнение и раскрытие той темы, которая нам хорошо известна, и для того, чтобы пойти вперед, нам очень твердо стоять на том уже, что для нас известно и что уже пройдено. Вот если мы на этом твердо стоим, то мы вот в этом месте, которое сам по себе очень сложным является, мы не будем чувствовать себя совершенно одиноко. Нам на что-то надо опереться. Вы же у нас сегодня последнее занятие в 2015 году и, можно сказать, последнее занятие в первом полугодии 2015-2016 года. Поэтому, значит... Учебного. А? Учебного года. Учебного года, да. И вот, следовательно, каждый, кто присутствует на кружке, и те, кто здесь не присутствует, но на необъятных просторах России следит за деятельностью кружка и, так сказать, в нем участвует заочно, так что товарищи пишут свои комментарии, и используют, опираются, и мы видим, что, ну, по крайней мере, несколько сотен человек в этом нашем мероприятии участвуют. Правильно? Вот Павел Борисович уже повесил последнее. Вот, и за 14 часов, которые прошли с момента повешения, материал уже посмотрело 67 человек. Это интересно. Ну вот, имея в виду, что мы должны как раз думать не просто о том, чтобы людей привлечь к изучению. То есть уже люди привлечены, можно сказать, к изучению. Есть такие люди, которые упорно доказывают, что не надо ничего изучать, никакую диалектику. Но вот самый такой загоренелый человек, с которым мы встречались, товарищ Денисов, он даже активно участвовал в восстановлении Ульяновки, но доказывал просто, бил себя в грудь, что никогда, ни за что не будет изучать диалектику. Вот после доклада товарища Юркова, который был в университете современного производства неделю назад, да? Ну, или почти неделю назад. Почти, неделю с лишним. Он в конце, ну и под давлением других товарищей, которые выступили, и Юркову поставили вопрос, что вы или вы будете, так сказать, завет Ленина выполнять философский, то есть будете кружком любителей гегельской диалектики и будете материалистически истолковывать Гегеля и применять его к, так сказать, всем явлениям, в том числе и общественным. Либо вы, так сказать, антиленинец. Ну и я поставил вопрос даже больше, поскольку, как известно, писал Ленин про Бухарина, что он вот любимец партии, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, теории. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены вполне марксистским. Поэтому сейчас можно сказать, что те несколько сот человек, которые изучают науку логики, могут претендовать, ну, с соблюдением и других требований, конечно, на звание, так сказать, продолжателей дела Ленина, а все остальные могут претендовать на продолжение дела Бухарина, которые собираются, считают себя сами или их считают теоретиками, вот. А некоторые даже любимцы соответствующих партий. Вот. Но они никогда не учились и никогда не понимали вполне диалектики. И при этом они, вот, как это показывает дискуссия, в которой мы тоже участвовали, и видим, наблюдаем на просторах интернета, они, при этом они себя считают большими теоретиками, их считают. И, собственно говоря, вот это разделение, оно сейчас дает о себе знать. Вот. Почему? Поскольку это вот все-таки задача сложная, и задача увеличения числа тех людей, которые вполне основательно и вполне обоснованно и правомерно могут считаться продолжателями дела Ленина, увеличения этого. Поэтому, именно поэтому вот, наш кружок ставит задачу облегчить эту работу. А впереди у нас перерыв. Перерыв в чем? В заседаниях кружка, а вовсе не в изучении, правильно? Наоборот. Как бы вот кружок своими занятиями не будет мешать изучению науки логики на протяжении этого такого переходного периода 2015-2016 года до, у кого есть календарь 2016 года, давайте мы установим. Когда мы будем заниматься в следующий раз, это будет февраль. Вот у Татьяны Валерьевны у него все есть.
Ну, 2 февраля тогда получается. 2 февраля, это что? Вторник, естественно. Это вторник? Ну, прекрасно, давайте 2 февраля на митинг. То есть целый месяц для изучения перехода количества в меру. Целый месяц. И 2 февраля мы это продолжим. Вот. А я хочу немножко дальше пойти, имея в виду вот эту всю перспективу. Значит, вот уже здесь, когда речь идет о количестве, вы заметите во всяких разных примечаниях и отдельных высказываниях Гегеля, что, в общем, он нас подготавливает уже к разделу о сущности. Потому что говорит, что вот это отрицание, вот это отрицательное, то, что количество – это, в общем-то, отрицание, да, по отношению к качеству. Отрицательная такая категория. А вот это отрицание, когда постепенно вот через это отрицание выступает уже некая новая категория. Прежде качество как-то было отрицательной категорией? Ну, как по появлению своему? По становлению, да. Количество тоже отрицание. Да. Да, тут все идет через отрицание. И можно вообще сказать, что всякое движение, вот какое мы наблюдаем, оно и все время идет через отрицание. Все время идет этот переход постоянный. Так что это, я думаю, что ну, не, что-то необычное. А я думаю, что вот здесь речь идет не об отрицании вообще, а об отрицании уже меры. Вот когда вы рассматриваете меру, я действительно забегаю сейчас вперед, когда вы рассматриваете меру, что вы наблюдаете? Вот вы наблюдаете, что речь идет, вот мы наблюдаем некое качество, теперь уже количественно оформлено, некое наличное бытие, нечто. Но это нечто уже, вот теперь новое нечто, как бы здесь все всплывает, но это нечто, в котором есть количество. И количество это имеет известную меру. Вот это, при превышении этой меры это качество приходит, или это нечто качественное, определенное нечто, на определенное наличное бытие переходит в иное. Какое иное? В иное качество. Потом это качество снова переносит, приходит в иное качество. Причем вот речь идет, там, скажем, о некоторых, и это критикуют Гегель, все время настаивали на, когда они видят этот переход, они хотят как-то вот показать постепенность, как это все постепенно бывает. И даже он примеры приводит такие, что вот возьмем лысого человека, или не возьмем человека с пышной прической и кучу какую-нибудь. Но если мы уберем один волос, он же не станет лысым, правда? И если мы уберем какой-то элемент из этой кучи, она не перестанет быть кучей. Потом мы убираем, потом нет этой кучи, и человек лысый. В итоге все равно никуда от этого не денешься. То есть за известными пределами, то есть за известной границей количественной, происходит качественный скачок. То не лысый, а то лысый. И даже есть шутка такая, когда один товарищ в поезде ехал с физиками и хотел узнать, а в чем они там, эта теория относительности, на конференцию, по которой все едут, и он спросил, а в чем вот эта вот природа, эта теория относительности здесь. Ну и те ему объясняют, что вот все относительно, допустим, вот две волосины на голове мало, а в супе много. И вот этот дед, который с ним ехал, спрашивает, и что из-за этой хохмы вы едете на конференцию? То есть вопрос перехода количественных изменений в качественные присутствует. Изменения здесь более богатые. Какое там было изменение? А вот единство в себе бытия, бытия длинного. А здесь все время бытия длинного. Бытия длинного никуда тоже не делось. То есть безграничная, это граница, которая не есть граница, количество, правильно? Это мы усвоили. Которая безразличная граница, это вроде как нет остановки. Вроде нет, но из-за того, что в ней качество есть, тут нельзя сказать, что вот это количество взяло и перешло в качество, как допустим, написано, у Энгельса написано, что качество переходит в количество и обратно. Вот и обратно-то вот как-то не получается, не обратно.
то движение идет все время вперед. То есть здесь возникает качественный момент количественный, или количество становится качественным. Обратите внимание, как у Гегеля написано. Не так, что вот раз, переставив количество, и как вроде матенька, обратно, в качество. Опять количество, там, качество и все. И на этом диалектика бы остановилась. Нет. То есть уже вот дальнейшее движение носит качественную природу. Качественную природу. И при этом, когда вот берете соотношение двух таких моментов, двух количеств, и он говорит там не случайно, об отношении двух количеств. Энгельс. Нет, Гегель. Об отношении двух количеств. Вы можете теперь каждое количество умножить на два, и у вас получится то же самое отношение. Можете на три, то же самое отношение. То есть, когда рассматривается вот это отношение двух количеств, оно получается, что вот это само это отношение носит уже качественную природу, а не только количественную природу. И дальше он затрагивает разговор о переменных величинах, между прочим, применительно к высшей математике. А высшая математика как определяется функция? Что? Функция как определяется? Отображение. Отображение одно, множество на другое. И в простейшем случае это числовые множества, там множество иксов отображается на ось y. А в еще более общем виде вообще это отношение двух множеств, любых двух множеств. Вот это самое общее уже понимание, отображение. Иногда даже слово и функция не говорят, так и говорят отображение. Да? Поэтому вот это можно сказать, что тем самым качество проникло и в математику. Хотя математика, наука, как вот Кенгель говорил, о количественных соотношениях и пространственных формах, но соотношениях. Не просто количество, а количество и просто это, наверное, арифметика. А вот о количественных соотношениях и пространственных формах, то здесь уже имеется в виду и вот такие отношения. Двух количеств. Во всяком случае, что мы должны констатировать? Дальше, что вот идут эти скачки, переходы количественных, то есть количественное изменение приводит к изменению качества, одно качество переходит в другое, и тем самым получается вот то, что Гегель назвал узловой линией отношений меры. Вот. И, соответственно, он определяет здесь и понятие скачок. Скачок, что такое? Перерыв постепенно. Перерыв постепенно. Шло постепенно в раз, и перерыв постепенно, новое качество. Сколько этих скачков? Ну вот, например, мы знаем, что в общественной жизни, в общественном историческом развитии, таких скачков выяснилось, что их всего 4. От первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Первый скачок. С чем это связано? А какие количественные изменения? Количественные изменения связаны с изменением средств производства и с ростом производительности труда, соответственно. Потому что никакого смысла средства производства, их же не едят, как говорится, и не надевают. Они существуют для того, чтобы повысить производительность труда. Повышается производительность, а скачок. Когда это происходит, первый скачок? Тогда, когда появляется возможность для одного человека прокормить и второго. Тогда может появиться рабство. А без этого рабство не может появиться для повергнутого врага, в межплеменной борьбе, его нужно убивать, потому что иначе, как говорится, нужно самому умереть, если его будет кормить. Нету соответствующего уровня производительности труда. Второй скачок на переходе от рабовладения к феодализму, который является скачком в том смысле, что освободили главную производительную силу от того, что ее можно убивать в любой момент. От этого освободили. Больше ничего. Бить можно, заставлять работать можно сколько угодно. Продавать можно. Продавать можно, убивать нельзя. То есть убийство – это уже преступление. Убить нельзя, вот не может хозяин взять и убить. Ну и, наконец, самое свободное общество, почему такие лозунги свободы. Самое свободное общество с точки зрения того, что люди становятся свободны от всего, в том числе и от предметов потребления. Не только от средств производства, но и от предметов потребления, и поэтому им некуда деваться, кроме как идти к тем, у кого фабрики, заводы и пароходы. И вот это так называемое свободное общество и называется капиталистическим. А вот дальше
от этой формальной свободы еще один скачок, это к обществу коммунистическому, это отрицание вот всех предыдущих форм частной собственности, переход снова к коммунистической, то есть общественной собственности, и этот скачок означает, как писали Маркс и Энгельс, это переход, означает переход из царства необходимости в царство действительной уже свободы. А действительная свобода состоит не в произволе, не в том, что что хочу, то и врачу, а состоит в господстве над обстоятельствами, сознанием дела. Сознанием дела – это значит сознанием законов природы и общественного развития, и такого абсолютного господства над обстоятельствами мы не можем. Сейчас мне вот захотелось, чтобы вращалась земля в другую сторону, но для этого мне денег мало, как некоторые считают. А нельзя доплатить их, чтобы все-таки закрутили в обратную сторону? То есть у некоторых довольно богатых по нынешним временам людей, но уже есть достаточно богатых, чтобы, минуя, как говорится, какие бы то ни было научные и прочие цели, с целью, так сказать, космического туризма, прокатиться на космическом корабле. И уже не ошибись, человек прокатился. А некоторые собрались, вроде деньги уже хотели, да передумали. Может быть, где-то последний будет полет, поэтому это их не устроит. То есть это вот очень важная вещь, сказать, по отношению к этим скачкам, о которых идет речь, о скачках в развитии общества, это эти скачки называются революциями. Но тут скачки надо брать как вот переход от одного общественного строя к другому. От одного наличного бытия к другому наличному бытию. А вот весь период, в течение которого осуществляется этот переход, это становление этого самого нового строя. Становление. И вот здесь категория становления очень к месту. Хотя некоторые хотят представить, например, что после социалистической революции идет одна только революция. То есть никогда нет наличного бытия коммунизма. У нас нет. Вот это и есть перманентная революция. Что это перманентная революция? Постоянная, перманентная. Перманентная прическа хорошо. А песня есть сразу. У революции начало, нет у революции. Нет конца у революции, то есть никогда не будет коммунизма. Вот что это означает. Никогда. Или он будет лишь как момент исчезающий. Ну как становление. Знаете, как бы посмотрел, а уже и нет ничего. Опять надо начинать сначала. Ну, а тут пока у нас имеет место чередование вот в истории России. Видите, был коммунизм. Пожили при коммунизме. Как вам понравилось, Валерий Александрович? Очень. Очень. Ну, пошли теперь при капитализме, потому что вы должны понять, насколько они отличаются. Потому что при капитализме вы же не жили? Нет. Раньше, а сейчас пожили уже. А то Маркс думал, когда он писал «Капитал», что вот в политэкономии метод такой, который эксперимент, он не используется. Но он оказался в этом смысле недостаточно прозорливым, потому что он не знал, что начнут делать эксперименты над людьми, как там Ельцин и Горбачев. А что, говорит, или Хрущев, а давайте, говорит, хоть и написали, что без диктатуры пролетариата не может быть никакого построения полного, давайте его уберем, посмотрим, что будет. И уже через год стали убивать рабочих на Новочеркасске. А потом развалилось огромное государство, которое внешним образом, так сказать, с помощью каких-то армий, там, и на... невозможно было даже и думать даже об этом, чтобы как-нибудь его можно было уничтожить. Даже какой огрызок, который образовался от Советского Союза, и то невозможно уничтожить. Потому что то, что создано, все понятно, что весь этот ракетно-ядерный щит, который надо тут поддерживать и развивать, конечно, это детище, безусловно, того, что было создано вот в советское время. И это все прекрасно понимают, то есть не все успели порезать. На американские деньги, как известно, резали наши эти ракеты «Сатана» с 10 разделяющимися боеголовками, а новых с 10 еще не создали. С четырьмя есть, да? С тремя. В ЯРС. Три. Три? Три. Ну, три тоже неплохо. Ну, три лучше, чем одна. Ну, 10 лучше, чем три. Ну, 10 это слишком много. Страна-то меньше стала. Зачем 10? Нет, так а ихняя страна-то меньше не стала. И у нас врагов же нету сейчас. У нас врагов стало мало. У нас не враги, у нас партнеры. Партнеры. Ну, на партнеров и три хватит. Чего? Ну, зачем жалеть партнеров? Надо же пополнить. Вот, то есть вот этот раздел, который мы приступили, он очень актуальный и очень интересный.
очень интересный и очень важный. То есть, что если мы что-то тут и не поймем, а мы обязательно что-то тут не поймем. Вы подбадриваете слушателей. Да. Ну, я слушателей подбадриваю заодно и сам тоже чувствую себя бодрее. Со 2 февраля. Потому что вы посадите себя на мое место. Со 2 февраля, да? Да, 2-го. Я же должен изображать, что я как бы все понял. И чувствуете разницу? Я вот так и изображаю. А почему я изображаю? Потому что я больше сидел над тем, что не понял, чем некоторые товарищи. Причем просто по времени больше. А это тоже, от количества же переходит в качество. То есть, если вы вот мало сидели над тем, что не понимаете, у вас состояние неуверенности. А если больше сидеть над тем, что не понимаешь, то ты же приобретаешь состояние уверенности. И на основании чего? На основании того, что начинаешь вот сопоставлять то, что вот написано до этого, то, что написано после этого. Видишь здесь, что на самом деле идет рассмотрение этих категорий. И они не так, что вот мы прошли, как в школе где-то, прошли на личном где и забыли. Вот где изучать нечто. Прошли нечто. Если вы будете изучать учение понятия, а мы будем его изучать, то в учении понятия вы опять увидите наличное бытие, там идет, что это вот выступает как наличное бытие, а это вот в становлении находится. То есть все эти категории, они находятся в использовании не только в других науках, в том числе и в науках об обществе, но они используются и в дальнейшем изложении. Здесь само собой, если вот вы берете количество, никак непосредственно, оно выступает уже как бытие. А что такое бытие? Бытие определенное, а определенное бытие, наличное бытие, которое налицо в бытие, и оно определенное. Это что такое? Это нечто. А что такое нечто? Ну, нечто – это возврат к этому качественному рассмотрению. Дело в том, что слово «качество», Кирилл Иванович, это вот качество, это определенность или бытие? Качество – бытие. Определенность взята как бытие. Да взято это как бытие. Поэтому, казалось бы, что вы определенность рассматриваете прямо как бытие. Так качество же сказано. Это отрицание и берется как... Если мы берем количество, которое выступает сначала как отрицание. Правда? Отрицание. Качество. Но мы его берем, и это отрицание как непосредственное, а определенность взятая как непосредственное, есть что? Качество. Поэтому... Удивляться тому, что это, что значит количество превратилось. Ну, в нашем рассмотрении оно сейчас рассматривается как качество. Хотя заголовок у Гегеля там, первая категория, которая в этом разделе, это определенное количество. Ну, а количество идет. Но это определенное количество выступает как качество. Никак от него не отвернешься. Никуда не денешься. Никак не получается, чтобы мы вот хочется в чистом виде, так, не надо нам никакого качества, дайте нам количество. Как вы собираетесь рассматривать количество, говорит, не то, которое было, не то, которое будет. Взять количество как абсолютное. Нет, взять абсолютное количество – это то количество, которое отрицает все остальное. Раз оно отрицает все остальное, со всем остальным связано. Вот если я начну отрицать Валерия Александровича, я начинаю его отталкивать или выталкивать. Но тем самым я вынужден к нему присоединиться самым тесным образом. А вот все, без кого я не отталкиваю, вот мы с ними никакого вот такого естественного единства и не имеем, как выясняется. Поэтому вот на таких категориях, даже на непонятных вещах, если человек перестает бояться непонятных вещей, ну а вообще вся наука состоит, вообще говоря, в том, чтобы изучать то, что не понято и не познано. Правильно? И дальше продвигать. И никаких вообще правил для открытия нового не существует. Хотя, вот тут-то как раз вы встретите в этом же разделчике вопрос о правиле. То есть, вот когда соотношение двух количеств, оно от самих количеств не зависит, будет их больше или их меньше, а все равно соотношение сохраняется, то тем самым вот это соотношение выступает как правило. А можно говорить, что о функции. Хотя слово функция, вот он не употребляет, но он почти подходит к тому, чтобы сказать, что это функция. А функция – это же правило, да? По какому правилу точка множества x, точка множества x сопоставляется какие-то точки множества y. И все.
Причем, тем более, что есть вот математические функции не только, от которой одной точки функции, одной точки множества х сопоставляет точку множества y, но одной точки множества х могут целое множество точек из множества y сопоставлять. Точечно-множественные функции тоже рассматриваются. То есть, если математика непонятная, почему этот раздел, который связан с количествами, должен быть понятным? Это с точки зрения ободрения, конечно, надо осознать, что и не должен. Это не должен быть вообще раздел понятным. А он должен быть непонятным. Но кое-что из этого непонятного можно понять. Можно понять. А значит, раз можно понять, и мы что-то поняли, значит, ну, понятно, но не сильно. Или не вполне понятно. Но не вполне это будет уж слишком, наверное, сказать нахально. Сказать не вполне, лучше сказать не слишком. Поняли. Ну, слегка поняли, это будет как-то тоже поверхностно. Не поверхностно, а тут все-таки как не слишком поняли. Но поняли, но не слишком, но поняли. То есть как-то уже твердо звучит. То есть вот через что надо пройти? Вот, да, через понимание того, что количество получает определенность, это мы знаем, как делать, это мы обращаемся к тому, что количество – это снятое качество. Второе, что если в нем вы находите какой-то момент, то рассматривая эти моменты как такие, в которых есть, в каждом есть единство качества и количества, а не каждый из них выступает аналогичным единством. Но поскольку мы это рассматриваем как бытие, и это как бытие непосредственно, то это у нас два таких бытия, два качества. Но качество, каждое из которых на самом деле есть количество. Мы же не забыли о том, что вот определенность, которая, то есть отрицание, но берется как не отрицание, а как бытие. Потому что и другим путем ничего нельзя взять. Нас подготавливают методически Гегель к тому, чтобы воспринимать сущность, в котором вообще все, что берется, не сущность. Вот целая книга написана, из-за этого она и тонкая. Самая тонкая из всех трех книжек – это вот книга «Учение о сущности». Там идет о таких категориях, каждая из которых, тогда, когда она берется, это не сущность. И каждый раз это все, что вы говорите, надо еще рассматривать с отрицанием. Вот тогда вы можете осуществлять движение логическое в сфере сущности. К этому мало кто приучен. Некоторые из тех, которые очень так глубоко и тщательно изучали науку логики первый том, когда дошли до сферы сущности, сказали, ну все, хватит, на этом надо заканчивать. Вот. Но мы должны вот это морально поэтому подготовиться. По сравнению с тем, что будет в сфере сущности, ради этой сложности. Сложности будет впереди. Так и в народных сказках там тоже говорят, это все мелочи. Вот впереди вот это будет, да, там будет тяжело. Не служба, а службишка. Службишка, да. Вот. То есть два качества, причем эти качества в единстве с количеством, или два количества, но определенных, два количества определенных. И тем самым, раз это единство качества и количества, каждое – это две меры, и поэтому вы увидите, что вот следующий за определенным количеством – это две меры, их соотношение. Это можно усмотреть даже из заглавления. Кто не может, кому трудно читать текст, читай там заглавление, там все понятно. Смотрите. Так. Вот, пожалуйста. Глава первая. Количество. Ну, тут про чистое количество, в общем, более-менее все понятно. То есть это никто с этим спорить не будет. И хотя это требует некоторого внимания, что это есть чистое количество, то есть количество вообще. А потом непрерывная и дискретная величина. Мы видели одно и многое. Вот если что-то берется как одно, то из чего состоит это одно,
в этом смысле выступает как непрерывное, но это одно выступает как квант, как один, как одна некая одна величина. А если многое, значит этих квантов много. Поэтому получается, если мы берем что-то как единицу, это дискретная величина. Если что-то вы берете как многое, то получается дискретная величина. Или порционная. В первом случае непрерывная. Такого мы не знаем. Порционная – это в столовых. Там другая, свои категории. Они тоже в этой сфере существуют и правильно изображают процесс. И когда вы возьмете, например, числовую ось, там никак не разделишь эту непрерывность и дискретность, правда? С одной стороны, там есть идут числа. Сначала разбирали рациональные числа, потом иррациональные числа. А иррациональные числа, которые нельзя представить как отношение двух величин. Нельзя. Правильно? Двух рациональных чисел. Сколько их? Сколько много? А рядом есть там числа стоящие? На оси. Есть числа рядом? А? Есть? Есть. А вы как считаете, Владимир Ильич, два числа есть рядом на оси какие-нибудь, стоящие рядом? У нас есть продвинутые товарищи, нет два числа, говорили? Нету продвинутых, нету. Так что между двумя любыми числами. Ну как, вы близко, мы с вами сидим, но мы два, а между нами сколько? Что между нами? Сколько чисел, Владимир Ильич? Хотите, в метрах, конечно, это понятно, если будете мерить. Если не в метрах, сколько между нами точек? Бесконечно. Бесконечно много, ну. А если еще ближе? Какая разница? Какая разница? Вот бесконечно. То есть между любыми двумя числами бесконечно много. Вот она, это непрерывность. А это вроде как дискретность. Одно число, второе число. А вот есть такое понятие в математике, как мощность. То есть начинаем сопоставлять. Если можно взаимооднозначное соответствие учинить между всей осью и вот этим отрезочком, так вот мощность их одинакова. Так говорят. Поэтому говорят, континуум, мощность континуума, это вот мощность отрезка 0,1. А мощность множества вещественных чисел равна множеству целых чисел, например. Хотя если хотели бесконечных количеств. Да. Мощность, в том-то и дело, да. Но мощность вещественного числа всех равна мощности любого отрезочка. Да, да. Вся мощность всех вещественных чисел, вещественная еще называется. Если все вещи собрать, то это все равно, что собрать все вещи на отрезки. Ну, маленькие. Короче говоря, вот если мы даже возьмем из изучения этих вопросов, которые делаются на теории чисел на числовой оси, то и там это проявляется, вот это единство дискретности и непрерывности. То есть дальнейшее, более глубокое изучение можно товарищей отправить вот по этому разделу, по разделу количества, непрерывная и дискретная величина и ограничение количества, можно отправить к разделу теории чисел и математической. Ну, собственно говоря, Гегель, так сказать, нет соответствующие ссылки и работы, там примечания, конечно, использует, на них ссылается. Поэтому действительно это все глава вторая, когда есть определенное количество. Вот. А когда речь идет уже, когда мы вспоминаем, теперь не просто само по себе берем количество, а берем его как результат, но сначала мы рассматриваем его само по себе, дескать. Вот нам сказали, что это такая категория, которая изменяется для которого граница не есть граница. Хотя, между прочим, отдельно категорию границы ведь никто не определял. И Гегель не определил ее. Что такое граница в количестве, правильно? Значит, мы вынуждены вроде пользоваться старым определением границы, хотя здесь какая-то безграничность. Нет, он же говорит, что пустота как раз уступает границе. А? Пустота уступает границе, условно между... Откуда мы знаем, что пустота уступает границе? От слова границы мы другого понимания слова границы не знаем. Это пустота выступает, от вас пустота это одно, а граница это другое. Да, пустота выступает границей. А граница что? А граница на самом деле, вот мы ее используем, дескать, нам понятно. А что значит понятно? Ну, мы ее используем в том смысле неправомерно. А вот теперь правомерно. Когда мы начинаем правомерно, вот вам и слово правомерно. Мера уже есть. Вот теперь есть, вот мы продвинулись настолько, когда мы начинаем подходить, вот, заходить в эту меру.
тогда мы здесь уже границу употребляем, но в том смысле уже в полном объеме этого понятия, в полном объеме, а не в том, что это что-то разделяет, то есть оно и разделяет, оно еще граница раз разделяет, но не разделяет. Поэтому оно, с одной стороны, граница в том определении, а с другой стороны, не граница. Вот если вы поставите вопрос, а почему вы такое слово неправомерно, почему вы используете? А мы его используем с отрицанием. Ведь оно и разделяет, и одновременно оно уже и не разделяет. И потому что нету этих двух нечто здесь. Только не то, что тут нету двух нечто, а тут вот это самое различие между дискретностью и непрерывностью, оно как бы тоже условное. Как вы берете этот непрерывный отрезок, а в нем все дискретное. Вы берете дискретное, но каждый из этих вот тех единиц, каждый непрерывно и так далее. То есть вот такой раздел о количестве, при том, что он требует сидеть, подумать, он не представляет собой каких-то таких, я бы сказал, особенно диалектических сложностей. А вот дальше, когда речь пошла об определенном количестве, даже если посмотреть только на то, что вот здесь написано, вот определенное количество. Тут вот сразу же разделы есть, число, экстенсивное, интенсивное. А на самом деле внимание надо уделить. И в тексте это есть, а в оглавлении этого нет. Все-таки по оглавлению не все можно понять. Слава Богу. Купили. Или выбили почву. А выбили. Не чтобы обрадоваться, что можно больше. Народ напрягся, не надо будет читать оглавление. Чтобы понять, что такое определенное количество, надо действительно обратиться по старой диалектической традиции к предыдущему и взять эту категорию как снятое качество, как снятая предыдущая категория. И только таким образом можем пойти вперед. Потому что движение вперед в самом начале может быть только через обращение к тому, из чего вышло это. И вот, учитывая это обстоятельство, вот я обращаю внимание, у нас вот снова дискуссии в университете рабочих корреспондентов были совсем недавно в связи с тем, что вот, дескать, как понимать вот социализм, дескать, не надо этого заниматься развитием производства, некоторые товарищи говорят, не надо заниматься, это производство капиталистическое, зачем заниматься вообще, поддерживать развитием промышленного производства, надо быть революционерами, так сказать, отнять красные флаги, идти вперед, и куда вы придете вперед, на какой основе будет существовать социализм. Как может вообще возникнуть социализм? Он может возникнуть только как отрицание капитализма. Можно даже больше сказать, что вот если капитализм беременен, империализм беременен коммунизмом, то как относиться надо к капитализму со стороны коммунистов? Ну как к маме. Бывает с мамой очень плохие отношения. Это же противоположные бывают отношения. Но никуда не денешься, все равно. Все равно мать. Ну, тут уж приходится как-то с этим считаться. Это воспитание. Да, воспитание. Кто кого теперь будет воспитывать? Мать уже тебя не воспитает, а ты мать тоже тем более не воспитаешь. Мать скажет, ты еще меня будешь воспитывать, я тебя вообще в пеленку держал, на горшок сажал. Поэтому тут бывает, тут ни с какой стороны воспитание не пройдет. И вот с этой точки зрения, развитие капитализма, если оно идет, то нас в этом развитии капитализма, конечно, интересует один момент, чтобы создавались материальные предпосылки социализма, то есть коммунизма. А какие материальные предпосылки? Во-первых, крупное машинное производство. Во-вторых, банки, да? Почта. Монополии. Вот это все, Ленин говорил, это вот материальная подготовка тоже социализма. Это идеальная бухгалтерия нового общества. Вы как собираетесь переходить к учету, контролю и планированию без того, что уже подготовлено капиталистической почтой, капиталистическими банками? А вот интернет это вообще замечательная вещь для социализма. Вот я его думаю, не коммунисты создали все-таки. А он очень даже удобен. Вот даже для пропаганды марксизма при капитализме хорош. Не говоря уже о пропаганде там марксизма, изучении всего и всеобщем развитии в условиях коммунизма. Поэтому вот это понимание того, что всякое движение вперед основывается на том, снятием чего является это новое движение, совершенно необходимо. И те люди, которые этого не понимают и которые думают, что
нужно в пыль разбить этот самый капитализм, из этой пыли пытаться что-то строить. Из этой пыли даже хижину нельзя построить, если не будет. Или если вдруг государство и страна превратится в пыль, то в этой стране никакой социалистической революции быть не может. И не может быть социалистической революции в стране, в которой нет своего промышленного пролетариата. Даже если пролетариата очень много, то пролетариат это лишенный собственности. И Алёмпин пролетариат, который вообще всего лишен, это вообще источник, это дно, это источник преступности и, сказать, всего того, что гнилостная природа империализма дает. Поэтому ни о какой тут революции просто не может. А вот о протестах может идти речь. Протестовать можно в любом положении. Я ничего не делаю. Весь гол как сокол, ничего у меня нет, ничего не умею, а протестовать могу. Поэтому, как у вас протестное движение развивается? Да, у нас развивается протестное движение. Люди, которые протестуют, потом спрашиваешь их, куда вы пойдете после этого, вот, завершения акции протеста, а все идут в разные стороны. Потому что те, кто собрались только с одним единственным протестным, у них ничего общего больше и нет. Поэтому никогда обольщаться, что вот, дескать, разрастаются протесты, не надо. Протесты разрастаются, а единые целесообразные и сплоченные действия могут при этом отсутствовать. Вот, то есть это очень нам, этот раздел и это вот движение очень важно. И с точки зрения понимания теории формации. Вот, понимать теорию формации без узловой линии отношений меры нельзя. И переход к сущности, как там осуществляется, вот когда узловую линию отношений меры. А узловая линия отношений меры это вот это вот. То есть изменение, переход одного качества к другому, скачком при изменении количества. Сначала изменяется, то есть качество не изменяется при изменении количества, потом скачок. Другое качество, переход к другому качеству, оно не изменяется при дальнейшем изменении количества и опять скачок. А что остается неизменным в этом изменении. Вот вы берете теперь в целом узловую линию отношений меры и задаетесь вопросом, а что неизменным в этом постоянном, вот этих скачках, вот что проходит через все эти изменения? То есть как бы отрицаете внешний вот это вот бытие, которое получилось, не удовлетворяетесь этим бытием, рассматриваете его как? Если рассматривать движение между формациями, то что как можно выразить то, что сохраняется по всей этой общественной производстве? Развитие производительных сил все время идет. Все время идет развитие производительных сил. А общественный характер производства, он, в общем-то, надо сказать, что идет в условиях капитализма. По идее, люди должны думать, как сделать, усилить общественный характер производства. Чем больше общественный характер производства при капитализме, тем легче разрешение противоречий между общественным характером производства и частной формой. И наоборот, если у вас в обществе будут стоять ларьки, и этот самый мелкий бизнес, который продвигает, в том числе и правительство у нас, надо поддержать мелкий бизнес. Надо поддержать от мелкого бизнеса дороги к социализму нет. И мысли отсюда мелкие тоже, у людей, которые поддерживают мелкий бизнес. Я вот не могу не остановиться на одном моменте. Вот, казалось бы, есть у нас достаточно способные руководители, вот Владимир Владимирович Путин, способный руководитель, он некоторые вещи очень правильно делает. На практике он, значит, занимается развитием оборонной промышленности, созданием крупнейших госкорпораций, что продвигает вообще линию развития крупного машинного производства. У нас уже есть кораблестроительная корпорация, самолетостроительные, двигателестроительные совсем недавно. Товарищ Медведев даже высказался по этому поводу, что вот мы вообще-то должны уходить из, государство должно уходить из экономики, но тогда мы останемся без двигателей вообще. А без двигателей они уже понимают, что будет. Без двигателей вы останетесь без самолетов, без вертолетов и без кораблей. А тогда с вами будет то же самое, что было с Муаммаром Каддафи, что было с президентом Ирака Саддамом Хусейном. Вот это уже понимание есть у руководства страны. Но, тем не менее, как встает вопрос о экономическом развитии, вот мы здесь такое получаем трогательное единство вот с некоторыми нашими так называемыми левыми и революционерами. Здесь, не надо особенно развивать производство, главное бороться с инфляцией. С инфляцией надо бороться. Вот
казалось бы, это главная задача, вот этим проникнуть в президентское послание, там, раздел экономический. Главнее всего с инфляцией бороться. А что такое инфляция? Инфляция – это повышение цен. Эта инфляция относится к сфере производства или к сфере обращения? Скажите, пожалуйста. Обращение. В сфере обращения. Каждый скажет, что относится к сфере обращения. А что важнее, сфера производства или сфера обращения? Ну, если вы будете поднимать производство, у вас продуктов будет больше. То что будет с ценами? Цены продуктов становится больше. Они цены упадут, вот говорят люди. Для этого совершенно не обязательно читать науку логики, между прочим, чтобы понять, что когда будет продуктов больше. И вот Владимир Владимирович говорит, а вон в Америке, чем на них ссылаться? У них же дефляция. А что такое дефляция? Так это понижение цен. А что, плохо? А вы, говорит, предлагаете понизить ставку рефинансирования. Так там же, говорит, специально ее понижают. Да, там специально понижают, чтобы производство выросло, а производство выросло, цены снизились. А у нас что делают? А у нас ставку задрали ключевую, сделали ее 17, потом снизили до 11, это примерно качественного скачка тут нет. Нету качественного скачка. Это что так запретительное для того, чтобы брать кредиты, что сяк? Невозможно, потому что еще есть банки, про которые Владимир Владимирович говорит, что вот Центробанк дает этим банкам. А зачем он дает этим банкам? Чтобы их накормить. Чтобы они, вот, будучи этими прилипалами и паразитами, были посредником между Центробанком и предприятиями. Не Центробанк дает. И это не отделение Центрального банка, которое можно было бы мигом превратить все эти банки коммерческие в отделение единого банка, и у всех бы денежки остались. Такой миллиард, миллиард лежит, такой вот 5 копеек лежит. Только оно уже в отделении будет, под названием, допустим, Сбербанк или ВТБ, или еще как-нибудь. Они лопаются тут, как грибы. И есть черные банки, которые сейчас, так сказать, занимаются обналичиванием, в том числе и финансированием терроризма. И на этих, вот на этой волне, значит, огромная толпа этих банков, паразитов, которые никакой банковской функции настоящей не выполняют, они не собирают деньги, которые есть в хозяйственном обороте, и не направляют их туда, где есть временная нужда. Они просто являются, по выражению гражданина Дерипаски, наша банковская система является ростовщической. Уже это Дерипаски понятно. Потому что уже и крупный капитал не может получить ничего. То есть наше банковское руководство и финансовый блок, он страшнее всех санкций. Потому что такого... Все же говорят, что санкции эти зарубежные никакого особенного вреда нам не приносят. Ключевого, по крайней мере. Скачка нет. Нет никакого скачка. Вы что, санкциями задушите Россию? Да нет, вы поддержите ее. Потому что люди хоть начинают делать сами то, что могли делать и так. Или что перестали делать. А уж с помощью вот удушения производства можно Россию удушить. И в этом отношении наш Центробанк и весь финансовый блок во главе с гражданином там Улюкаевым, который это все продвигает, вместе с консультантом этой высшей школы экономики, они это все проводят в интересах иностранных государств. И это признал уже советник президента товарищ Голазев, что наш банковский блок, денежный блок, действует в интересах иностранных государств. Это, так сказать, сделан доклад Совета Безопасности Межведомственной комиссии. И тем не менее, пока еще председатель Совета Безопасности хочет посмотреть, во что это дело выльется. А это выльется, и мы знаем, что один прекрасный момент, и Владимир Владимирович осознает и развернется наоборот. Но он, так сказать, с каким-то запаздыванием это делает. Может быть, потому что очень сильный, видимо, этот блок. Он, наверное, блокирует и президента, а не только кого-то другого. Вот такая здесь картина. То есть я хочу сказать, что вот обдумывание этих вещей, связанных с изменениями количественными, которые приводят к качественным изменениям, очень важны, хотя в общественной жизни, вот если по-крупному брать, в смысле формации, их очень немного, 4 скачка. А что касается разных областей, от коммунизма к первой частно-собственнической формации. А можно сказать, всего крупных таких скачков, всего 2. Первый скачок – это от коммунизма, то есть от общества, основанного на общественной собственности, к частнособственническим формациям или единой частнособственнической формации, которая разбивается на 3 – рабовладение, феодализм, капитализм. И второй скачок – отрицание, то есть не первое утверждение, а утверждение коммунизма как отрицание. И в этом смысле бесконечное утверждение –
То есть почему, например, Маркс и Энгельс называли, что коммунизм можно выразить одним словом – уничтожение частной собственности. Люди безграмотные в диалектике думают, так, надо брать то, что в частности, и ломать, разбивать. А уничтожение частной собственности может быть только одно – как создание общественной собственности. И постоянная борьба с попытками, так сказать, эту общественную собственность устранить и превратить какие-то элементы ее в частную собственность. Вот в чем состоит коммунизм. Коммунизм состоит в постоянном отрицании частной собственности через утверждение общественного. Потому что бесконечное отрицание только можно сделать утверждением. Если вот вы скажете, я пойду туда, это значит, вот вы отрицаете все остальные направления, абсолютно все остальные направления. То есть утверждение есть бесконечное отрицание. А если вы скажете, я протестую против пути туда, и выясняется, что вы вот туда пойдете. Да. А? Может, нет, я пойду где-то на 1 градус правее или на 1 градус левее. Поэтому сейчас некоторые говорят, надо, говорит, этот свергнуть ненавистный режим. И сделать другой ненавистный режим. Сколько этих режимов? Поэтому и говорят, не общественный строй, а режим. А режим – это порядок. Говорит, вот один порядок, мы придем, у нас будет другой порядок. Мы будем сидеть во главе, а не эти. А придут третьи, а тоже будут сидеть во главе. А и те, и другие будут набивать себе карманы. Только люди будут другие, и карманы будут другие. А общество будет, как было в бедноте, капитализм. Капитализм останется. Потому что это не режим, а это общественный строй. Это не просто режим. Поэтому, а вот сколько у нас есть, так сказать, людей, которые против режима борются? Мы вот, например, не боремся против режима, поэтому режим с нами не борется. Но вот то, что мы считаем, что необходимо перейти к самому высокому общественному строю, с этим уже трудно бороться. Кто вы за низ, за то, чтобы оставаться в отсталом, так сказать, и низком, или за то, чтобы перейти в более высокую стадию общественного развития. Ну, те, кто против движения в более высокую стадию развития, те ретрограды, реакционеры. А мы с реакцией должны все бороться, правильно? Да. Вы за то, чтобы Россию поднять? Да, поднять. Можно выше. Да, ну давайте поднимать. Ну. Только на самый высокий уровень надо и поднимать. А кто против этого, тот против того, чтобы поднять Россию. И не патриот. Тот не патриот. А у нас сейчас главное дело... Патриот. Патриот, да? Да. Вот на этой замечательной ноте позвольте мы и закончим сегодняшнее наше мероприятие. Спасибо за внимание.